Губернатор Михаил Развожаев подписал указ о свободном допуске на объекты частной собственности во время объявления сигнала «Воздушная тревога» и нового сигнала «Внимание всем баллистика». Соответствующие суммы штрафов за нарушение этого указа названы на внеочередном заседании городского правительства в пятницу 28 июня. Размер санкций будет варьироваться от того, что за субъект допустил нарушение. Физические лица 3-5 тысяч рублей, соответственно, должностные лица от 10 там, до 50 тысяч рублей и юридические лица от 100 до 300. То есть штрафы значительные. Мы тогда это обсуждали в законодательном собрании. Эти штрафы были утверждены вот ровно в таком объеме. Юридические лица от 100 до 300 тысяч за невыполнение указа. Совершенно верно. Указ губернатора вступит в силу спустя 10 дней после подписания. На этом же заседании правительства Михаил Развожаев поручил своему заместителю Евгению Горлову установить информационные таблички, предупреждающие об опасности пребывания на пляжах северной стороны города. Евгений Сергеевич, еще то, что мы обсуждали, наглядные таблички на пляжах сегодня должны появиться, уже завтра люди поедут туда.